Приветствую, друзья. Если хотите за одну минуту снять лишнее напряжение, стресс, выйти на состояние внутреннего душевного комфорта, безмятежности, уверенности в себе перед переговорами, экзаменами, перед соревнованиями, перед личной встречей, свиданием важным для вас или очень важным мероприятием, перед которым вы волнуетесь, за одну минуту, как это сделать? Надо просто, думая, о чем думается, делая, что делается, например, вы бежите, или сидите, или стоите, или лежите, одну минуту в это время, независимо от того, что вы делаете, независимо от того, о чем вы думаете, время от времени, за одну минуту просто пускать свое внимание. Тепло у вас при вдохе или тепло у вас при выдохе. И не важно, какое тепло у вас при вдохе или выдохе, и совершенно не важно, меняется это или не меняется. Дело в том, что за одну минуту у вас напряжение, если было на десятке нашего индикатора напряжения, на стрессе, на страхе, на боли, то вдруг резко опускается почти до нуля безмятежности. За одну минуту. Так я вам хочу сказать, кто такие спасатели и спасители. Вот спасатель – это человек, который спасает ограниченное число людей, а спаситель – который спасает всех. Поэтому сказано «спаситель», да? Но в данном случае, чем больше людей вы спасаете, чем большим людям, количеству людей, помогаете своим конкретным изобретением, методом, разговором, поступком, тем вы ближе к спасителю. Правда, бывает, что вас по пути распнут, правда, бывает, по пути вас оболгут, правда, бывает много чего, вот у меня тоже в комментах, либо когда я неудачно что-то объяснил, либо какой-то клинический идиот, извините, напишет, а колесо-то почему все-таки круглое. Я 100 раз объяснял, мы не клиника, мы не лечим психически больных. А почему это все время приходят, липнут как пчелы? Но это и правильно, значит, надо врачам, психиатрам, психологам, педагогам знать метод ключ, чтобы они могли помогать своим психически больным, а не игнорировать, конкурировать и черти чем заниматься. Да что за общество такое? Научили людей не дружить между собой, а конкурировать. Откуда это взято? Нам нужен не конкурентный синергетический диалог, когда мы вместе решаем какую-то проблему. Сегодня нам надо быть вместе. Поэтому у нас и школа человечности, школа человек будущего, Homo Futurus. Записывайтесь, друзья, на наш канал, на нашем канале, несмотря на то, что у нас нет рекламы, несмотря на то, что мы не вкладываем никаких никогда денег, несмотря ни на что, уже 202 тысячи. Соединяемся, друзья. Как говорил Маяковский, если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно. Если у нас уже 202 тысячи, независимо ни от чего, значит, это кому-то нужно. Поэтому я за то, чтобы давать короткие контенты и давать полезность чем больше и больше числу людей, чтобы снимать вот эти страх, стресс, стереотипы, шаблоны мышления, подражания и поклон авторитетам, которые обычно миллионные, так сказать, которые выступают, у них миллионные подписки, за счет света, за счет звука, за счет интерьера. У меня самый такой интерьер. Картина такая прекрасная, и участник события, и его свидетель. Теорема Гёделя. Имеющий уши да услышит, а свет в глазах смотрящего. До встречи, друзья. Женщин еще раз с 8 марта.